получаете по лицу. Да, опять я доволен, опять меня Мактранс порадовал. Знаете чем? Ну потому что дали мне прокатиться. И я вам так объясню. Почему? Удовольствие много. Казалось бы, просто приди в Мактранс, возьми автомобиль и катайся. Ну, во-первых, машины тут не стоят. А машина, на которой сейчас едем, она уже куплена, и на нее уже выписана страховка. Это машина Freightliner Century класс ST, построенная для того, чтобы превзойти жесткие требования, которые предъявляются к перевозкам на большие расстояния. В этом грузовом автомобиле сочетаются все последние для того времени достижения в области технологий и пассивной безопасности, так чтобы максимально увеличить производительность. Freightliner Century класс ST максимально спроектирован так, чтобы увеличить срок эксплуатации. К особенностям конструкции относятся саморегулирующее сцепление, аэродинамический капот, уменьшает сопротивление и улучшает экономию топлива. Прочный легкий материал, из которого установлен капот и крылья, уменьшает полный вес грузового автомобиля, что дает возможность увеличить нагрузку. Для того времени это был наиболее передовой автомобиль Freightliner, что позволяет Freightliner Century класс ST добиться большей эффективности в той положительной договоренности, которая в большей степени сказывается на вашей прибыли. Комфорт водителя означает лучшую производительность. В грузовиках Freightliner Century класс ST применяется инновационная передовая технология снижения шума, которая создает тишину в кабине, на дороге и в покое. В грузовых автомобилях такого типа применяется специально разработанная система установки кабины, которая настроена так, чтобы свести на нет колебания. Она помогает свести к минимуму отвлекающие факторы. Последние технологические достижения, включая центр электронных сообщений, позволяют получать данные о различных рабочих характеристиках, что позволяет водителю Freightliner Century Class ST создать для себя удобное, эффективное рабочее пространство. Все, что было разработано компанией Mercedes для Freightliner Century Class ST, направлено на увеличение производительности. Аэродинамический капот позволяет улучшить обзор и уменьшить расход топлива. Специально разработанная и протестированная решетка радиатора увеличивает поток воздуха и оптимизирует охлаждение. Капот открывается на 90 градусов, что облегчает обслуживание двигателя. И прозрачные бачки позволяют мгновенно проверить уровень жидкостей. Крылья прикреплены к капоту, а не к шасси, и это обеспечивает свободный доступ к двигателю. Аэродинамический бампер Freightliner Century Class ST состоит из трех частей – стальной центральной части и устойчивых к повреждению стальных сегментов. Такая конструкция позволяет локализовать повреждения и уменьшить затраты на ремонт. Передние колеса поворачиваются на 50 градусов, что обеспечивает как оптимальную управляемость на открытом шоссе, так и позволяет производить напряженное маневрирование при движении задним ходом. Новый дизельный двигатель Detroit 60-й серии ECR устанавливается по стандарту, и его мощность увеличена до 515 лошадиных сил. Но для себя отметим, что цена такого агрегата в Штатах 150-130 тысяч долларов, и это без растаможки. Цена такого автомобиля с учетом магнитогорской таможки и без пробега по России в два раза дешевле. Это сухие данные интернета, а теперь немного мыслей вслух. Из внутреннего оснащения этого Freightliner Century я бы отметил такие полезные очень девайсы, как блокировка дифференциалов. Причем блокируется как межосевой дифференциал, так и, собственно говоря, сам дифференциалы внутри моста. То есть привод здесь получается не 2, а 4 полный. Это вообще супер, я думаю. И вам стоит об этом подумать. Что касается мягкости, плавности хода и вообще особенностей управления этих автомобилей. Ну, вопросов нет, потому как мы вот ехали на таком, на очень тяжелом седане. Я специально посмотрел, сможет ли в поворот войти Freightliner. Да легко, не напрягайся. Вообще, когда сидишь в этих автомобилях, надо сидеть либо на пассажирском, либо на этом сидении водительском, разумеется. Потому как на спальнике, ну, немножко для объективности, скажем, жестковато. Потому что сиденья здесь климатические, а спальник предназначен для того, чтобы поспать. Ну, поспать комфортно, это легко. В компании аж вдвоем, ну, можно вчетвером. Ну, можно и сюда бригаду между сиденьями положить. Вообще, вот Freightliner и американские грузовики чистые на садике сравнивают с офисом на колесах. Я их сравнил бы еще и с тепловозом на резиновых рельсах. Ну, потому что благодаря длинной базе кочек вы не ощущаете практически никаких. А запас двигателя, ну, крутящие моменты и то, что вот мы сейчас, допустим, путешествуем почти под стольник, и количество оборотов это 1001. Не один. О,